Что видно? В камеру смотри, в экран. Да, весь за тебя. Да. Нормально видно. Хорошо будет все так вот рассказывать. Вот. Присядь. Ну да, порядок. Ну что, всем привет. Когда ты сзади стоишь, знаешь, сегодня это может как бы. Такой глоб. Ну что, всем привет. Пока на улице херовая погода. Решил снять очередной обзор в подъезде. Молотов, фосфор. Светящаяся краска. Попробуем с нее потегать. Может даже зальем кусок. Посмотрим, как она светится. Потестим сначала вот на картонке. Потом перейдем на улицу. Попробуем, работает она вообще или нет. Взял разных кэпов попробовать, как пишет. Так что чё, ну, стандартный кэп стоит. Какой-то софт вроде. Короче, давай хорошо потрясем. Смотри, реально работает. Там лицензия Wi-Fi не будет? Нет. Попробуем зарядить телефоном. Ты пачкаешь. Ну ладно, там защита есть. Запачкал, кстати, реально. Ну вообще, если телефона фонариком заряжать, то вроде работает. Но сейчас не светится уже, да? Ну, на самом деле, по ощущениям, очень такой... Ну, просто интересно. Как будто... На вкус попробуешь. Пластилин. Попробуй, слушай, расскажешь пацанам. Вкусный, да? Пахнет ацетоном. Но странное по ощущениям. Какая-то пыль, но липкая. Ну-ка, включи. Давай попробуем тегнуть сейчас. Давай попробуем камеру тебе очистить. Потом тебя спалит из-за того, что тебя что-то знали в Лос-Виллис. Короче, можно... Сколько она высыхает? Она высыхала вот сейчас. Надо попробовать на белую подложку, типа, как бы... Мне кажется, вот тут будет светиться. Это пахнет, кстати. Ну, ацетон, да, жесткого нет. Вот, видишь, где ты проводил, здесь видно только потому, что мокро, да? Надо как-то плотнее писать. Вот тут, где, видишь, хорошо прям видно бело при свете. Там светится. Ну, попробуй взять самое большое пятно. Вот здесь прям... Подольше подержи, посмотрим, будет она вообще работать или нет. После того, как телефон уберешь. Ну, оно прям горит. А видишь здесь слабо просвеченность? Смотри, я медленно веду. Видишь, как слабо. Надо, чтобы оно писало прям вот так. Вот это пятно, оно прям сильно заряется. Видишь, оно все горит. То есть, когда... Ну, оно просто тупнет, смотри. Ну, да, мы стоим в очень светлом помещении. Если мы сейчас на балкон вынесем на улицу, то будет темно. Светится. Вот смотри. Там прям горит. Надо глазки нарисовать. Давай так же обратно делать. Ладошку. Короче, потом надо медленно писать, либо не использовать его вообще. Не, по-моему, лучше сейчас. Ну, что прям было укрывисто бело.
Вот по логике вот эти кругляшки должны ярче всего работать. Мы можем сейчас здесь оставить его, зарядить, а потом спустить, где темно, и включиться. Давай пока попробую белый. Да, попробую подложку сделать. Ну, вообще, вот какая-то такая пенная, какая-то химозная штука. Мне кажется, этим закрашивать лучше всего, чем тегать. Вот видишь, как закрашивал, он прям плотно. Приятно пахнет по сравнению с этим. Ну, при свете выглядит, как будто ты закрасил себе с банки квадрат и потегал с какого-то дурацкого сквизера. На белом лучше, да, смотри. Ну давай вот это посмотрим. Здесь, мне кажется, как-то жидковато тегнул. Мне кажется, поверхность просто говно. Может быть, впитываюсь. Не, так-то работает. Ну вот, смотри. Вот, смотри. Можно тегать поверх. Мы потом вынесем в темноту, и мне кажется, будет. То есть, смотри, видишь, у тебя и днем видно, так, когда ты сверху прошел. Не, вот это хорошо получилось. На подложке, кстати, лучше пал, мне кажется, реально. А ты будешь снимать эту в городе? Да, конечно. Ну вот, проверишь заодно на разных этих. О. Это начало. А, можешь квадрат вот сюда дать вот так? Тегнешь фонарь. Понял? Ну, давай сюда. Пускай подсохнет этот. Давай покажи. Ну давай, просто не чуть тогда все. Поближе. Да. Прикольно. Да, огонь. Мне кажется, если мы сейчас на ночь вынесем, будет вообще. Да, попробуем. Туда получится. Мне кажется, он нормально зарядился. Надо же. У нас помощнее фонарик на самом деле. Да, надо купить фонарик. Ходить в городе это. Короче, тегаешь. А потом ходишь еще и заряжаешь. Каждый вечер проходишь свои теги, заряжаешь фонарем. Они за день должны зарядиться. Слушай, на самом деле почему-то это вообще не популярно. Ты так видел это... хоть один раз в городе тег, чтобы ты шел тег светиться? Так это стоит банк 900 рублей. Мне кажется, легче купить на эти деньги 4 мастики и просто все и все. Не светится, зато и так видно. Видно на камеру? Да. Это бодро очень. Даже этот горит. Угу. Ну, короче, чем больше белого видно, когда ты натегал, тем ярче оно выглядит. Ого. Ого. Это что, фокусы?
Магия. Попробуй поводи по воду. Тебе что на телефоне там показывается? Что ничего не BMW. Ну, когда вот этот слабый тег. Не, видишь, оно как раз вот в местах, где сгустки есть, там четко. Вот тут подложка. По подложке лучше всего надо белым, короче, грунтовать сначала. Ну, фиг знает, мы по впитывающей поверхности делаем, то есть если это будет какой-нибудь камень, мне кажется, будет нормально. Прикинь, короче, кусок делаешь с такой фигни, у тебя на рукава уже краска летит пыль, и на куртку. Потом просто идешь, светишься в темноте, рукава светится. Фосфор. Короче, тема клёвая вообще. Ну, короче, все, что обычная граффити уже не втыкает. Теперь магия началась. Там с пауками был видос, там был этот Гарри Поттер с пауками, теперь будет с этой... Магический век, ма... Нет, ты должен щелкнуть, тогда оно будет светиться. О, давай. Магический век, ман. Делать теги, блядь. Вот так. Ну, тухнет быстро. Ну, если на солнце постоит целый день... Мне кажется, жестко. Может, и быть. Именно темень будет. Просто сейчас не так уж темно здесь. Слушай, на солнце просто нету. Уже на неделю или в этом городе не вариант делать. Блин, вообще, смотри, как ярко, круто вообще. Просто круто. Ты уснешь, если дома поставишь? Да и краской надышусь, уже не усну. Название этой банки для прибивки. Мы его зарядим, как следует, и в хате прям в темноте сиходит сфоткать. Либо с включенным светом Вепин Каспер. Ты сейчас хорошо провел? Угу. Какой-то векмар получился. Да. Как декмар. Тело, интересно, долго смывается? Типа, есть вариант приколоться на вечеринку, пойти с написано. А вообще видно будет на теле, но там шип не дал. Точку. Тебя рука отвалится теперь. Вода ночью ходить. Наказывать, пацаны, нельзя стигманы. Нахуй высохнуть правильно. А это ты нормально сделал вообще? Мне кажется, как-то слабо, нет? Ты же может кончается. Мне кажется, да, оно как-то чахнет уже. Хотя не, нормально. Пусть высохнет нормально. Вот это ОСМ хорошо получилось предыдущее. Оно прям заряжало. Пошка.
башка, блядь, начинает разрываться. Ты тоже? Воняет жестко. Ты химик. Попробуй здесь. Вот здесь хорошо будет видеть, по-любому. Сам как сейчас не хочу чипать. Слабо, но видно, а так сильно. Короче, если кто-то посадит на тебя дальним, ты вспыхнешь. Но еще даже не высох. Слушай, вроде реально светится. Надо подождать, пока высохнет. Когда высыхает, еще жестко светится. Тёпо, надо подождать. Не знаю, видно, не видно. Так, слава богу, видно, да. На видосе, но вообще в жизни реально немного, да, это подсвечивает. Он может ярче на самом деле быть, если он зарядится хорошо. Он еще даже мокрый. Когда высыхает, он вообще горит. Ну что, короче, поняли, что работает даже на такой поверхности. Поэтому погнали пробовать на улице. Хотел изначально сделать руфтоп с этой краской, чтобы он светился на крыше какой-нибудь. Но думаю, что потрачу лучше на теги. У меня есть 4 банки, осталось уже 3. Одну потратили. Я думаю, что просто растегаю. Сколько тегов получилось примерно с одной? Ну, кстати, немного штук, 5-6. Ну, больших. Ну, да, жирных. Ну да, таких хорошо. Но я думаю, вот на улице десяточек тег сделать где-нибудь в центре прямо это. Павлян, по-моему, кстати, интересно попробовать. Толстых-толстых, и чтобы прям, прикинь, светилось. Да. Ну что, погнали на улицу сиять. Ну что, попробуем фосфор на куске. Сделаем блики. Пашку себе. Пашку только не говорите. А то он тут голубые блики уже наделал. Ну вот Пашку на АП сделаем. Используем как подложку Black. У меня он есть цвет Face. Что-то написать не хочет. Не работает. Ты чё, братан?
банки в такую сумму не могут не писать. Я обязан работать как часы. Банка, походу, очень давно стояла. Из нее уходит какая-то густая какая-то жидкость, похожая на клей. А краска выходить не хочет. О, давай, давай. Все, победа. На букве В. Давай написать там знаки. Сделаем просто фосфором, без подложки. Нальем побольше, не жалея. Ну и вот еще на АК скажем. Тоже с подложкой сделаем. Давай, наверное, еще небольшую тоже. Ну, солнца сегодня уже как такового нет. Телефоном заряжать не буду. Попробуем подождать солнечного дня. И потом я вечером приеду. Я думаю, здесь не бафнут уж. Вечером приеду. И мы посмотрим. Будет он работать или нет. Как мы того хотим. Добавим еще такого свечения какого-нибудь вокруг. Потому что если будет работать, конечно, будет прикольно. Тачки будут ехать. А тут такой кусок будет светиться. Добавим свечение ему на пальцы и на глаза. Прикинь, машины будут проезжать, а тут будет кот такой фак показывать со светящимися глазами и факом. Полбанки потратил на эти пару бликов. Ну, пролил хорошо от души. Поэтому надеюсь, эффект будет виден. Давай подождем. Посмотрим, что из этого получится.
Если увидите в поле кота со светящимися глазами, не пугайтесь. Такие здоровые куски. Чуть светится, да, вроде? Да, но надо не так быстро. Поехали. Оу. Как? Да долго стоял. Какие как странно смотрится. Стоят три дебила. Фонариком на стенку светят. А на эти посвети. Завтра в новостях себя увидим. С окна снимаем. Не, ну здесь не так темно сразу. Здесь вообще не темно. Да, здесь не темно, поэтому не видно ничего. Да она вообще. Это просто света надо много. Не тот фонарь. Мат-то поменьше. Да не могу я в такие ситуации сохранять спокойствие. Ну, короче, прикалываться ходить можно. Взял с собой прожектор. Очень мощного фонаря найти не смог, но прожектор тоже вроде сильный. О. Нормально, да? Вживую вообще хорошо видно. На видео, кстати, нифига не видно. Нифига, а на мобилах и сладкой будет видно. О, нифига, на мобиле видно, как светится. А на GoPro нет. Только на единичке. Прикол. Может тусклее, да, вроде? Да, видишь погоду. Еще. Thank you.
пальцем, но даже по итоге фокус на нем получился. А вот. Блин, короче, ну видео не передает, но на мобиле и вживую реально светится в темноте. Это прикол. Смотри, Бимба! Гарри! Тебе видно? Нет, здесь так не видно, как в темноте. Там уж и горит немного. Тоже замерз уже. Дальше нифига не видно. Вживую видно реально. Сейчас, пусть я чуть-чуть это дождем. Так видно. И видно, как гасит. Но вот до сих пор светится, на видео уже ничего не видно. Прикольная ерунда, побаловаться. Единственное, конечно, что как я вот прям рассчитывал, типа из серии потегал много ташков по городу, и потом они ходишь, везде светятся, как не знаю, там в каком-нибудь кино. Так, конечно, не получится. Больше, я думаю, это можно применить в каком-нибудь оформлении, не знаю, в клубе в каком-нибудь, где ультрафиолет. Ультрафиолет я, к сожалению, сейчас не нашел, попробовать. Но мне кажется, он бы мог побольше зарядить, посильнее. А так, короче, какой-нибудь клуб оформить точно будет прикольно, если там яркий свет, потом его выключаешь, и все стенки прям светятся, и это будет прям круто смотреться, мне кажется. Я пробовал на холсте, думал, что буду дома выключать свет, и у меня будет ночью светиться холст. Ну, он как бы светится, но я там не сильно потегал, поэтому недолго. Но на холсте там я пробовал чуть ли не год назад, и до сих пор, если телефоном там посветить на холст, то видно, как тускленько светится все равно еще там сколько-то минут. На улице же, короче, главная, наверное, проблема в том, что как бы если бы был солнечный яркий день, а потом резко-резко бы стемнело, тогда, возможно, это бы, ну, имело как бы так свойство свое, проявлял бы. А так тегать надо только если на каких-то перекрестках, там, не знаю, у дороги, где машины едут, не знаю, там дальние светят или светом и так потихоньку заряжает. Потому что темнеет, короче, постепенно. Если потегать днем, он зарядится, то вечером не сразу же тьма наступает. Поэтому в сумерках заряд весь почти и потратится. Но вот с подаркой в темноте попробовали. Смотрится прикольно, если зарядить. Прям светится фосфором, но тухнет там минут за 5. Короче, ну... Так побаловаться. Прикольная идея. Я также говорю, что холсты, какие-нибудь коммерческие оформления, клубы, не знаю, можно комнату дома растегать, сделать на ней там какой-нибудь кусок, что-нибудь, все в тегах, покрасить стенки в темный или там в белый, растегать все, яркую лампу купить, и когда выключаешь, спать ложишься, перед сном там сколько-то минут будет комната очень круто смотреться вся в тегах.
К сожалению, у меня такой комнаты нет, где бы я попробовал, иначе меня, кажется, из дома выгонят. Но вообще идея прикольная. Когда-нибудь обязательно реализую. Если реализую, покажу. А так всем йоу, до следующих подборов. Куски, на которых я пробовал сделать блики, к сожалению, бафнули там буквально через день, через два. Но когда я приезжал на следующий день без камеры мимо, ничего не светилось, ни блики, ни глаза. Только, опять же, если заряжать, и, наверное, если на целый день на солнце простоит, и сразу бы потемнело, тогда бы сработало, а так... Эффект, короче, очень кратковременный. Возможно, можно покрыть каким-то лаком, или что-нибудь еще придумать, загрунтовать сначала стену. Короче, что-нибудь придумать с этим можно, но надо придумывать. Просто растегать не получится. Либо потегать, привести кого-нибудь, сказать, смотри, телефоном посветить, и будут теги. Вот сейчас так сделаем. Ну вот так как раз, как я и говорю, зовем Гарри. Смотри, Гарри, приводишь друга во двор, телефоном посветил, и он такой, вау, это нереально. Там за тебя тоже снизу написано. Новая граффити, Гарри, светящаяся в темноте. Вот так кого-нибудь удивлять, приводить, показывать можно. Пойдем в эту будущее. Сейчас мы с лазером наиграемся. И можно идти в будущее. Не оторваться. Я хочу, чтобы еще ярче было. Дайте свет. Кирюху зомбировал он. Не, ну выглядит реально прикольно, да? Да, выглядит. Ну почему так быстро гасит? Ну гасит реально быстро. Семьё.